Малыши, не карабкается, смотри, один. Мамочка охраняет. Так, мамочка. Лежи, девочка. Детки пушистые, распушистились уже, смотри. Угу. Стали. Солнышко еще светит. Что ты хорошая? Примла. Видишь, это люди прошли сверху, она успокоилась. Глазки закрывает на солнышке. Молодец. Карапузы. Кормит деточка. Один прям под лапой у нее застрял. Подними лапу, он, наверное, вылезти там не может. Смотри, карабкается. Дергает лапками. Ой. Мать, выпусти ребенка. Зажала его под мышкой. Он спит у нее. Вон голова его, видишь, между лапами. Видно тебе? Да, отвернулся, спит. Угу. А второй он на титьке. Один любит поесть, другой поспать. Ну, все как у всех. Да. Который любит поспать, он такой более пятнистый. Или кажется, задняя лапка прям вся в горошек. Это кажется, потому что он в тени. Он там более контрастный получается. А лапки обжорки мы не видим. Видим. Я задние вижу. Передние он видно. И уши видно черненькие. Уши черненькие, чебурашки. А лапки светленькие. Такие дети хорошие. Мама кимарит уже, солнышко греет. Последние такие еще, следующая неделька обещает быть теплой. Ой. Карапузик. Карапузики. А так уже все там. Ноябрь грозится быть неласковым. Журавли улетели. Теплые дни, да. Ну, может, еще не все, но уже так много уже мы слышали, как клинья улетают, журавлиные. Улетают. Курлычат. Теплые края. Недавно так курлычили, да? Курлыкали. Курлыкали. Вот. И прям много-много было. Они могли посмотреть, потому что они над облаками. Они облака низко. Ушли, да, за облаком. Они, да, выше облаков летели, и как-то вот только слышно было. Ну да, и всегда так это тоскливо, когда улетают, значит, все, тепла, ну, всё, не будет. Да, не ждите, плюс 20 всё, уже. Все, значит, холода на носу, здесь скоро зима. Зима близко. Да, будем сидеть дома, чаи гонять. Да, летом было жарко, дома сидели, охлаждались. Зимой холодно, дома сидим, греемся. Ну, что поделать. Только вот осенью вздохнули так. Чуть-чуть. Немножко, причем, да. Чуть-чуть, да. Месяц буквально. Ну, ничего. За зимой будет весна, а там снова лето. Да, природа свой график не меняет.